против вакцины. Я говорю, ага, а скажите, пожалуйста, о ситуации, как вы вообще воспринимаете, у нас постановы, либо закон важен? Такая, знаете, легкая пауза, такой, ну, закон и конституция. Я говорю, бинго, закон и конституция, а не постановы. Ловлю следующего депутата. Я говорю, а как? Он говорит, вакцинация. Я говорю, а свобода слова? Не, ну, свобода слова, да. То есть получается по факту что? К сожалению, могу вам сказать честно...